Сейчас жюри составляет шорт-лист из 5 претендентов, которых мы будем приглашать на сцену. Затем каждый член жюри на чистом бланке пишет мнение одного из этих 5 претендентов, кто достоин звания гран-при. Вы готовы? Ну, давайте я закончу с процедурой тогда, и мы огласим все-таки претендентов. Каждый член жюри имеет право только одного голоса. Из этих 5 человек он должен выбрать или перейти. Если он считает, что никто не достоин, то он пишет слово «нет». Таким образом, гран-при присуждается претенденту. Спасибо. Я даю претенденту. Что... Так, сбери меня. Гран-при присуждается коллективу или отдельному исполнителю, набравшему простое большинство голосов. Итак, кто попал в шорт-лист? Список претендентов. Можно. Сохраним интригу до последнего. Сначала спецпризы раздаем. Ну, давай, Александр. Мы интригу тянем немножечко. Друзья, перед тем, как огласить претендентов на гран-при, я хотел бы назвать участников, которых мы пригласим на участие в следующем нашем конкурсе «Мы вместе» в городе Москва без оплаты вступительного взноса. Я прошу этих участников после гала-концерта подойти в оргкомитет и получить сертификат на бесплатное участие в следующем конкурсе. Пожалуйста, запоминайте, кто это будет. Итак, сертификатом на бесплатное участие в конкурсе «Мы вместе» награждаются Соболева Ирина, Мачаева Анна, Куликова Татьяна, Низовкина Валентина и Осипова Злата. Поздравляем вас. И после гала-концерта вам вручат сертификаты в оргкомитете. Кроме того, у нас есть наш партнер, замечательный журнал «Я пою». Я хочу пригласить на сцену представителя журнала «Я пою» Екатерину Пищурину для вручения спецприза от журнала «Я пою». Спасибо. Ну что ж, а мы можем уже не мотать нервы людям и хотя бы очертить круг из 5 претендентов? Да. 5 претендентов. Итак, внимание. По условиям конкурса так получилось, что нужно из всех, кто сегодня выступал, выбрать всего лишь 5 претендентов на гран-при. Это непростая задача, потому что претендентов у нас гораздо больше. Все, кто выступал сегодня, все достойны получить этот приз, поэтому мы так долго обсуждали, так долго не могли решить, кого же выбрать в эту пятерку. Но, к сожалению, пришлось все-таки именно 5 претендентов оставить. Итак, я сейчас называю имена этих претендентов и попрошу их выходить на сцену. Жилина Мария, город Минск. Егорова Майя, город Чебоксары. Дуэт Анастасия Ведян, Валерий Сухарев, город Москва. Шоу-группа Веста, город Красногорск. И последний президент. И ансамбль «Консонанс», город Путищев. Ну что ж, друзья, вот из этих исполнителей наше уважаемое жюри будет выбирать
одного претендента на гран-при. На ваших глазах чистые бланки и ручки мы раздаем. Ребят, сдвигайтесь сюда влево, чтобы...